Сегодня еще состоялся суд, уже повторное заседание по статье 173, где меня обвиняли в том, что я мелким хулиганством занимаюсь. Что и требовалось, в общем-то, доказать. Судья все это дело отменила, и теперь вопрос остается другой. Что будет с господином полицейским, возможно, в скором будущем бывшим полицейским Лукашем и его подельником Громом? Но до этого мы еще дойдем. Лукаш. Лукаш в суд не явился. Под прошлым видео, когда я звал его в суд, один из подписчиков написал, что Лукаш в суд не придет, потому что его бабушка не разбудит. Вот. Видимо, так и произошло. Сказать, наверное, нечего. Вот. Да и понимают, что накосячили от души. Что хотелось бы добавить Лукашу отдельно? Хочется сказать, что в суд, конечно, по протоколу ты можешь не являться, но смотри, когда следователь будет вызывать, ты обязательно приходи, потому что это чревато последствиями еще более плохими, чем сейчас для тебя предполагаются последствия. Да? Что будет дальше? Дальше будет, понятное дело, уголовное дело. И еще кое-что, кто знает, уже пару человек знает, вы, пожалуйста, не пишите пока еще в комментариях, не открывайте карты. Вот, скоро узнаете, будет очень интересно. Пока. Не знаєш, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке бажане люблю. Тому я таке тобі не дам повішати петлю.